Добрый день, меня зовут Татьяна. Я очень рада вас приветствовать на своем канале «Сам себе режиссер». Думаю, что каждый из нас в детстве хотел стать актером или режиссером, по крайней мере. Сейчас, конечно, это стало возможным. Я использую приложение iMovie. Вы знаете, я уже давно решила свой вопрос насчет подарков для своих родных и близких, друзей и знакомых. И вот сейчас я хочу поделиться с вами своими наработками. Давайте начнем. У нас у каждого есть огромное количество фотографий, снятых видео, интересные моменты. Есть, конечно же, и любимые мелодии. И если их соединить, получится отличный фильм, видеопоздравление, видеоролик. А можем мы это сделать с помощью бесплатного софта iMovie. Это приложение от Apple для айфонов, айпадов и платформы Mac. Программу эту можно скачать в App Store. Заходим и в поисковике набираем iMovie. Немножко пролистаем, загружаем это приложение. У меня оно уже загружено, я просто его открою. Открываете это приложение и нажимаете кнопку «плюс». После этого коснитесь пункта «фильм» и сразу же откроется медиатека. Выбираем нужные нам фото. В самом низу нажимаем «Создать фильм». И вот наши фото добавлены. Мы можем просмотреть, что у нас получилось. Следующий шаг – нужно добавить музыку. Это тоже очень просто сделать. Коснитесь кнопки «плюс» и открывается опять медиатека. Я добавлю заранее выбранную мной песню. И вот, пожалуйста, видеоролик готов. Просмотрим его. Звонкой капелью звучит в моем сердце твой смех. Маленьким облачком, искоркой самою яркою. Ты в этот день появилась однажды на свет. Если мы всем довольны, можем... С днем рождения! Мы можем еще и изменить название нашего фильма. То, что мы сейчас и сделаем. Чтобы сохранить уже готовый фильм, нажимаем кнопку «Экспортировать». Выбираем «Сохранить видео». И формат HD720. Он автоматически сохраняется в медиатеке фото. И вы можете создать отдельный альбом со своими фильмами. Но это еще не все. Можно настроить длительность отображения фотографий, добавить переходы между фото, изменить скорость, вставить титры, вставить голосовую дорожку. Почувствуйте себя режиссером. И снятый ролик подарит вам массу положительных и ярких воспоминаний. Ставьте лайки и заходите на мой канал. Вас ждет масса полезной информации.